Всем привет! Сегодня пришла очередная посылка. Добиралась 20 дней. Трек отслеживался. Здесь вот наименование. Стоимость при покупке 6,22 доллара. Здесь у нас ножницы пришли. Лот из двух штук. Посмотрим, что за ножницы должны быть для портных швейных дел. Острые. Вот так упаковано хорошо. Продавец выполнил мою просьбу. В лоте идут красные и черные ножницы. Я попросил обе черных. Вот они. Две ножницы. Очень черные. Вот такая упаковочка у них. Все цивильненько. Из нержавейки. Приятные качества. Здесь вот надпись Дели. В общем не ржавейка. Хорошо заклеено. Качественная упаковка. То же самое. Один в один. Пара ножниц. За 300 рублей. Я считаю, нормально. Тем более они должны все резать. Вот, к примеру, джинсовая ткань. Кусочек. Попробуем. Смотрите, без всяких усилий. Мы попробуем. Как бумагу режут. Вот двойной шов попробуем. Так. Пожалуйста, без проблем. Отличные ножницы всем, кто занимается. Да и так для хозяйства, для домашнего, очень отличные ножницы. Спасибо всем за внимание, будьте здоровы и пока-пока.